13 по 17 сентября с 10 до 19 часов в магазине «Горизонт» по адресу улица Гагарина, 16, состоится выставка распродажа шуб из города Пятигорска. Низкие цены лучше любых скидок. Норка, Мутон, Бобр, дубленки. Рассрочка от 3 месяцев до 3 лет по паспорту. Пенсионерам особые условия и скидки. Акция «Принеси старую шубу и получи скидку на новую». Гарантия высшего качества и низких цен. Кировская обувная компания принимает на ремонт любой сложности мужскую и женскую обувь «Пимы». 12 и 13 сентября с 11 до 18 часов по адресу Печорский проспект, 33, здание ДКР. Требуются разнорабочие и грузчики. Оплата почасовая. Обращайтесь по телефону 8 912 954 2616. Продается дом в поселке Озерный, площадь 98 квадратных метров, продовольственный магазин. Обращайтесь по телефону 8 912 954 96 23. Продается отдельно стоящее здание, магазин «Нико» по адресу Печорский проспект, 64Б, земля в собственности. Срочно, дешево, торг. Подарок – торговое и холодильное оборудование. Звоните по телефону 8 912 958 06 33. Продаются 4-летние колеса R16 на легкосплавных дисках. Цена – 16 тысяч рублей. Звоните по телефону 8 912 951 42 61. Продается капитальный гараж в 2 уровнях в районе школы номер 49, ТСК «Скиф». Обращайтесь по телефону 8 912 125 95 70. Продается двухкомнатная квартира в доме номер 27 по улице Островского с мебелью и бытовой техникой. Есть интернет, телефон, триколор на 2 телевизора. Во дворе огород и грядки. Обращайтесь по телефону 8 912 125 95 70. Уважаемые жители и гости Печоры, приглашаем вас 12 сентября в 9 часов на ярмарку выходного дня, которая состоится на территории, прилегающей к торговому комплексу «Нефтяник». Ярмарка проводится в рамках реализации проекта «Выбирай наше». Вниманию покупателей будут предложены товары сельхозпроизводителей Печорского района. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в Центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.